хочешь продолжить? Марко! Что, Марко? Нашел что-нибудь? Ну да.
Могольских сокровищ на 400 миллионов. Ага, смешно. Знаешь, вообще-то, если подумать, пират Эвери знал, как надо жить. И как же? Он жил по своим правилам. Ездил по миру, разбогател сам. Ну да, только за его голову назначили награду. Нейт, вон там. Ну, это определенно сделал человек. А-а. Точнее, пират. Нам надо к той башне. Да. За что его так? А, может, фальшиво распевал матросские песни? Ну, конечно. Дело в этом. Похоже, дозорная башня. Может, отсюда что-нибудь увидеть. Так, давай наверх. Сюда. Ах!
Вроде это оно. Какой-то символ. Стрелка компаса. Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Только другая. Посмотрим, куда указывает. Давай, ложка прямо по. Ага. Похоже, это дверь. А за ней комната? Огромная комната. Может, для хранения сокровищ? Не тот масштаб. Эвери спрятал бы сокровища в самый хитроумный лабиринт. И хорошо бы его защитил. Логично. Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Смотри, вон еще стрелка. Черт! Еще стрелка.
Эй, Нейт, мы отклонились от курса. О, правда? Опс! Большая. Хороший знак. Тайная пещера, лестница, многообещающая. А, чтоб тебя! Лезть по скале? Да, лезть по скале на огромном пиратском острове. Ну скажи. Ну да. А по-моему, очень круто.
Так, мы снова в деле. Так, погоди. Теперь главное не разбиться насмерть. Эвери нравилось действовать большим размером. Деньги же были. Так чего стесняться? Как, по-твоему, можно это назвать самым хитроумным лабиринтом? В общем, да. Пойдем, посмотрим. Ход завален облом. Опять. Наверное, строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Ищем обходной путь. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Ну, пролезай. Спасибо. Да ладно. Фух, что-то много мы таскаем тяжести и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Дух захватывает. Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса, но не знаю. О, там веревочный мост. Давай.
Смотри, что там есть. Ладно. Ну, тут есть тропа, но непонятно, как забраться наверх. Погоди. Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так, теперь надо с тобой как-то решить. Подожди. Сэм, ну что там? Сэм, эй, ты там? Приехали. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак, поссорился с лучшим другом, на хвосте два психа с целой армией, а теперь и брат мой пропал. Хорошо, хоть я один. И некому сказать мне, какой я придурок. Ты уже наверху? Ты где был? Искал способ тебя поднять. Ладно, прыгай сюда. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем. Сейчас, секунду! Получится! Эй!
Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем. Нам ни к чему. Ты уже здесь. Секунду. Сэм, все плохо, тут тупик. Вот черт. Ну тогда возвращайся. Поставь ящик к мосту и заберись. Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Ну да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем.
Тут есть тропа! Супер, сейчас приду. Сэм, сюда! Понял. Отлично. Мы на правильном пути. Как никто этого не нашел. Когда мы жили в приюте, ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Тут надо спускаться. Получилось. Это почти самый большой резервуар на моем веку. Где был сам? Я потом расскажу. Давай спустимся. Тут припасы, инструменты, семена. Провизия с давно истекшим сроком годности. Чертежи. Они все выцвели. Сэм, смотри, диорама. А это городская улица. И они все это построили? От них не знаешь,
чего ожидать. Прекрасная работа. Смотри. Может, они задумали построить тематический парк? Пиратский остров. Сэм, посмотри. Корабль Эвери. Великолепный. Атакует Ганг и Савай. С этого все началось. Эвери и Тью вершат суд над своими. Похоже, они тут пишут кодекс правил. Биль о пиратских правах. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг Эвери. Нейт, это же история основания Либерталии. Так что это за место? Что-то вроде штаба. Здесь была придумана Либерталия. И все-таки неужели они это реализовали? Ну да, наверняка. Ты посмотри на это. Нельзя потратить на идею целую жизнь, чтобы потом просто взять и бросить. Да, но жизнь редко идет по плану. Началось. Да, черт. Механизм сломался.